И я не знаю, между прочим, я вернусь живой в Киев или нет. Но я стою здесь, и я не боюсь свою позицию здесь декларировать. Жизнью ее своей подтверждать. Молодец, понимаете? Молодец. И риском смерти в том числе. И я хочу еще сказать одну вещь. Вот я здесь провел несколько дней в Москве. Я приехал всего на один день. Пришлось дольше задержаться. А мне смс-ки идут о том, что Олесь, будь осторожен. Тебя уже ждут на вокзале в городе Киеве. Отдавайте себе отчет. И ждут меня вот те, о которых вы говорили. И проплаченные, и купленные, и от Госдепа. И жизнь моя, чтобы вы знали, подвергается смертельной опасности. И я не знаю, я буду завтра живой или не буду. Оставайтесь. Живой.